Ребята, всем привет! Вчера видео не выходило, никакое мы видео не снимали, поэтому решили снять сегодня. Сходили в магазин, сейчас вам покажем немножечко распаковку, купили там моющих средств, немножко продуктов. В общем, сейчас все покажем, расскажем. Я немного приболевшая, не знаю, видимо, погода реально действует, то жар, то холод, окно откроешь, что дует, то наоборот жарко. Ну, в общем, такое состояние ужасное, даже говорю, еще хуже. Сейчас все покажу. Итак, начнем. Кстати, брали такой вот сок. Мы вам его, наверное, не показывали, да? Мы его брали, да. По-моему, в субботу. Да. Вот эта фирма, то, что привозили нам семья Келлер. Ну, честно, вообще невкусный. Вот мультифрукт шампер, повкуснее. Да. Этот гранат, он больше кислый, похож на морс, да, кислый. Кислый очень. Итак, покупочки с Росмана. Пакетик, значит, у нас 99 центов. Сколько? Да, что, серьезно? Да. Ничего Первый себе. Раз вижу в Росмане, наверное, то, что днем. Мистер Пропер. Да, завезли, значит, мистер Пропер. До двух, вроде, если ошибаюсь. Также Доместос. Да, это чек. Да, мне просто реально интересно. Доместос. Как он называется? Нет, мистер это Айди, это другой. Так. Доместос тоже до двух. Ариэль. Ариэль раз, Ариэль два. И Ариэль три. Ты расскажешь или я? Да, я была акция. В общем, покупаешь два товара фирмы Ариэль, получаешь в подарок капсулы тоже для стирки. И, в общем, что? Что было на кассе? Пробивает она все. И получается, что никакой скидки нет. Я ей говорю, Entschuldigung, gratis, bitte, action, да, Ariel. Показываю капсулу. Она, и пробила. Так, короче, было бы, вот это стоит 4,80. Стояли, ждали еще потом чек долго. Чек, да, она не хотела отдавать, как будто нас не слышала. Да. Мы Entschuldigung, kassen, бог. Показываю чек уже и говорю. А потом она же заметила, через 5 минут начала пробивать другой женщине там товары. И да. Тогда только обратила внимание. Кстати, не пишите, пожалуйста, вот, вы жалуетесь, что там у вас сумки нет, но покупайте фирму Ариэль, мы такое себе не покупаем. Это скидка, и по крайней мере он выстирывает. Мы сколько раз брали дешевый. Порошок, дешевый этот, для запаха, как он вообще называется? Ну, это не для запаха, это просто... Тоже как порошок жидкий. Да, в общем, брали и порошок обычный, и порошок жидкий. Капсулы мы вообще не покупали. Никогда в жизни не покупали. Потому здесь, что да. Это бесплатно, подарок это. Просто если так все посчитать, то это получается выгодно. Конечно, да. Это на месяц, это на второй, это, например, на третий. И оно и точно так же сейчас по скидкам. Да. То есть оно само по себе по скидкам... Еще плюс подарок, понимаете? Поэтому не пишите, пожалуйста, то, чего вы не понимаете или не знаете. Или думаете, что вы знаете больше всех. Мы принимаем любые советы и критику конструктивную. Но когда начинают рассказывать, да вот, вы там то, сё, экономьте на порошке. Мы лучше знаем, уже я просто неоднократно говорила, но я забегаю наперед, какие будут комментарии. Ну да, да. Я всегда считаю, что порошок нужен хороший. Оно не выстирывает тот, что дешевый. Ну да, и тогда же грязь, и запах, Ариэль. Нам этого хватит на долгий промежуток времени. Стойкий запах в Ариэле, поэтому берем. Так же, как и Доместос. Если взять фирму дешевле, то она будет вообще никакой. Доместос мне всегда, и не только для унитаза. И мистер Пропер. Да, я его использую, даже если что-то там ванну вымыть или что, он мне вообще выручает. Лучше шоколадку не съесть, но купить нормальные средства, чтобы у вас было в доме какой-то запах нормальный. Конечно, это же не на день, это надолго. Скажем так, давай дальше. Пакетики 2 евро, значит 35 литров, 20 штук. Вы тоже писали, вы можете пойти в Красный Крест и брать, или в Каритас, в общем не помню, может это одно и то же, я не знаю, мы туда никогда не ходили. Мол, брать бесплатные пакетики, ну что, мы совсем какие-то, я не знаю, ну такое. Не будем мы такое делать. Тоже это тоже, да, для мебели, там, ну, не для самое мебели такое считается вымыть, нормальное. Да. Вот буду ванну вымывать. Давай, дальше. Так, мыло, жидкое. Мыло, жидкое. Крем-мыло, жидкое для рук. Да, тоже по акции 75 центов.
Освежитель воздуха. Освежитель, все, и пакет. Это 20 евро. 20, это должно быть 20. 25. Если она по скидку не пробила, то было 25. И еще у нас, что у нас будет? Ящики мы нашли у себя в подъезде, да? Берем ящики. Красный крест или что это, я не знаю. Будут собирать одежду, ну как бы. Не нужно, вещи, свою да. Можно принести. Мы да? Вынесем тоже свое, то да. Что сейчас там переберем. Там много есть джинс, которые мы не носим. То, что Насте не подошло, я кстати, Любика что... тогда давала. Можно, давай по очереди. Хорошо, ну реально уже, представь, как им неприятно это все. Все, хорошо. О, господи, короче, то, что привозила семья Келлер, то, что не подошло Насте, мы тоже вынесем на улицу, чтобы люди могли потом это все передать в крестный крест и нуждающимся отдать эти вещи, которые мы не носим. Там есть у нас много всего, и кроссовки. Да. Ну, в общем, мы переберем и обязательно все это отдадим, да, там написано на... Давай, я возьму. На какое-то видное место, на тротуар, ну, в общем... Ну, там не написали, какое число? Мы увидим, куда люди сносят, и мы будем носить. В среду в 8 утра. В среду. Как раз на курсы будем выходить, и... Это какого числа? В этот день? В среду, вот, послезавтра. Так, ну ладно, Росман у нас закончился. Да. Закончился. Я расскажу, как это было с Росман, а теперь, значит, у нас Альди. Значит, сейчас по скидке, ребята, не знаю, Аляска, какая-то рыбка... Я не знаю, что это за рыба, филе в кляре, попробуем. 4,79, надеемся, что будет. Да. 800. Не хватает нам рыбы, хоть не знаешь. Аня захотела томатный да. Сок, что это? Не знаю, у меня так дерет больно, я не могу. Ну, сейчас будем тебя лечить. Не, не лечу, ты же знаешь. Значит, это что у нас? Персики, евросидей, да, я взяла, Настя не видела. А, по вашим советам, да, первый раз за много лет, ну как за много не, лет? Не, ну за 2 евро мы недавно брали, Настя. Да, вот, месяц прошлый, в этом месяце я увидела, да. Евро 79. Да, по скидке сейчас, евро 79. Дальше, значит, захотелось нам картошечки. Здесь, фу, она, кстати, воняет, как будто... Фу, землёй, как да? Будто только выкопали. 2,5 килограмм, 3,70 с чем-то, до 4. Так, дальше. Водичка. Обычно. Уже не пьем с под краном. А, и масло вообще, я в шоке, ребята, да? 33? Кстати, оно дичь, я сейчас узнаю. А не может он стоить 33 цента? Ну оно? Да, оно стоит вообще. Где? Ты что, кошечек держала, Настя? Как же это называется? Да-да. Бутер масло называется, Настя. Мое. Ну, за 30 центов точно ничего нет? Не, да. 250 грамм точно будет. Биомасло, нет? А, это сок евро 59. А, Кэрри оригинал, да? Евро 59 масло. Обалдеть. Оно, кстати, самое нормальное. Так оно дешево. Это вообще. Что, надо было еще набрать в морозилку. Ну, ладно. Завтра пойдем. Масло, это дело такое, нужное. Да? Да. Бутер. Селедку самую такую, лука. Ну, самая дешевая, да, селедка. Да. Евро 59 тоже. Сейчас. Значит, мы были в Нетто, горячий хлеб. Он уже, кстати, ну, уже теплый, уже холодненький. Но, видите, багет. Я не помню, сколько он стоит. Еще одна бутылка. Багет 69 центов. Так, это Нетто тоже. Колбаски взяли солями, она вкусная. Мы взяли на будущее, потому что мы не ходим в то Нетто. На курсы это, сейчас эту неделю надо ходить и перекуси что-то. Так, чиабату взяли вот такую, мягенькую, хорошая, понравилась, решили попробовать. Также шницель в Нетто был по скидке, 400 грамм, 3,79. Ага, 3,99. Да? Ну, евро, считайте, 100 грамм. Дорого. Что там еще? А, вот это. И оказывается, вот эти штуки... Да, ну раскрой всем секрет. Росман, ой, Росман, в РВ самый дешевле. Везде... Просаны евро, кстати, ребят, да. Дешево. Евро 5 штук, а везде... Нет, евро 11. Евро 11. В общем, в Нетто же была акция, евро 28 за 5 штук. А рядышком лежало 10 таких же штук, и уже именно в упаковке, за 2,60, то есть... Нет никакой выгоды или акции на самом-то деле. Да. А еще сам прикол, в РВ вообще евро 11 за 5 штук, то есть это еще дешевле. Угу. Вот так вот и бывает, да-да-да. Итак, закупка у нас
на сколько? 20 евро РВ. А, еще мы купили брату Кевина Андреасу. Просто сами, чтобы вы знали, как... ну, если мы знаем. Это такой магазинчик, я не знаю, есть он. Ну, там сладости ходят. Только я хотела что-то рассказать, как обычно Анастасия лезет поперек батька в пекло. Ну, я же хотела рассказать, что купили кое-что брату Кевина Андреас на день рождения. Буржуальничка? Минимальное, да, но еще что-то докупим. Не буду говорить, потом покажем когда-то. Ох, скорее всего, мы будем ехать. На день рождения. Нам осталось, не знаю, диван по-любому уже купил. Можно я расскажу, что мы потратили? 20 евро Росман, 17 евро Альди, евро круассаны, нетто 8 евро. РВ, да. 60? Короче, 60 евро. Да, 60 евро. А, кстати, ребята, у меня сломалась швабра, не свечу. Швабра, да, сломалась, представляете? Вчера была полкомнате, значит. А ну, принеси ее. Да, смысл, просто пластмасса, мыло и сломалось. Ну, какая цена, такое, Настя, такое и качество, что ты хотела. Буду завтра опять идти покупать. А что ты еще хотела рассказать? Ну, что, скорее всего, диван будем покупать на этой неделе. Но у нас дел, уже в центр надо сходить, диван нужен найти и так далее. Так что надо все успеть, потому что на выходных мы будем ехать к Кевину. Да, диван, в общем... Нашли два варианта, они согласились, потом, ну, сначала первый вариант нашли, они сначала согласились, потом отказались, потом второй вариант, ок, и все, и отказываться. Только мы нашли перевозчиков, ну, да. Уже неизвестно, сколько перевозчики денег возьмут. Угу. Диван один был платно, второй бесплатно, ну, в общем, не знаю, будем искать уже хоть какой-нибудь вариант, диван нужен. Как-то так, в общем, не буду растягивать, такая у нас закупка. Ждем ваши лайки, подписки, комментарии. Извините, что сегодня мы такие не особо в настроении, реально плохо себя чувствую. И немного это, я злая. Голос у меня тоже злой. В общем, до скорых встреч. Все, всем пока. Всем пока. Пока.